Именно вот этот вот диапазон одной эмоции нам нужно раскрывать. Потому что от этого придут все разные эмоции. Вы начнете острее чувствовать жизнь. Вы начнете понимать, чем вы хотите заняться. И придет что-то другое. Умение жить, умение радоваться, умение, желание узнавать новое. Почему люди желают узнавать новое? Почему люди любознательны? Потому что люди умеют испытывать эмоции, когда они узнают что-то новое. А кто не умеет, тому, конечно, неинтересно.